Скандал вокруг патентной реформы не утихает. Торговцы грозят устроить протесты, если их все же вынудят пользоваться кассовыми аппаратами. Возмущены люди и заявлениями министра экономики, который твердо стоит на своей позиции, что реформа не обсуждается. Предприниматели из Бельц ждать не стали. Сегодня они организовали протест перед местной мэрией. Из месяца в месяц мы платим соцфонд, патент, налоги, медицинскую страховку. Это все мы покупаем за свои деньги. И как? И сейчас что делать? Что делать сейчас нам остается? Нам остается половина людей закроется, половина людей не будут иметь возможность купить этот кассовый аппарат. В то время как бельские предприниматели, работающие по патенту, выражали свое недовольство на улицах, их кишиневские коллеги провели пресс-конференцию. Патентообладатели взяли с собой и информационные брошюры, в которых их предупреждают о том, что со следующего месяца работать люди будут должны, используя кассовые аппараты. К этой брошюре прилагается еще 15 листов, напечатанных мелким шрифтом. И там написано, что вас ждет, уважаемые патентодержатели, если вы осмелитесь, как они это называют, начать работать независимо. Господи упаси, мы готовы выйти на протесты. Вооружимся половниками, ложками, пустыми кастрюлями и будем протестовать. Министр экономики при этом не сдает позиции. Дмитрий Алайба настаивает на том, что реформа о патентах не подлежит обсуждению, и любая коммерческая деятельность должна подкрепляться данными кассовых аппаратов, чтобы все предприниматели добросовестно платили налоги государству. Это значит, что с 1 июля все патентообладатели обязаны приобрести кассовые аппараты и зарегистрировать свою деятельность как индивидуальные предприниматели. Минфин при этом обещает, что бизнесмены будут платить в качестве налога всего 1% от продаж один раз в 3 месяца. Расходы на приобретение кассовых аппаратов власти обещают компенсировать. Потолок продаж, как ожидается, вырастет в 4 раза по сравнению с патентом. Планируют также отменить отчетность.